такой БТР, короче, русский солдат тыкач. Спрячься, спрячься! Причем он казах на самом деле какой-то, но под флагом России. Что казах? Японец, скажи еще. Или кореец. Не, ну что, там хватает. Ну, это ты к чему сейчас сказал, я не пойму. Вообще, вот, Кирилл, вот как ты будешь реагировать в такой ситуации? Я думаю, он спрячется. Думаю. Ну это первое, что он сделает, а дальше? Ты же не будешь все время прятаться? Я возглавлю революцию. Так? Возглавлю революцию против машин. Я назову себя Джон Коннор. Полечу в прошлое убить Путина.